Ну да, но у меня многие говорят, что у меня хороший вкус. Ну реально прикольно, как будто дизайнер сидел. Вот, террасную мебель купила, смотрите, какая красота. И вот здесь бонусом еще досталась и вот такая полоска травы. А ты видела здесь какой закуток? Тут можно, я не знаю, поставить железную дверь. Ну это как советские времена. Друзья, дорогие, всем привет, канал Парадайз. Сегодня мы находимся в Махмутларе, это Эльмира. Очень приятно, всем привет. Она мне сегодня будет помогать. Мы сегодня будем показывать вам жилой комплекс, в котором она сама себе купила квартиру, уже купила туда мебель. Я еще сам там ни разу не был. Мне тоже будет интересно посмотреть. Я вчера делал показ людям, и мы зашли в эти квартиры, которые с высотой потолка 3,2 метра мне показались очень классными. И есть там одна квартира по очень такой хорошей цене. Смотрите, улица... находится сам жилой комплекс на улице Атачурка, правильно? Да. Вот это улица Барбаросса. Там вот у нас море уже. Я уже здесь начинал, кстати, видео. 450 метров от моря. 450 метров от моря. Здесь Эльмира говорит, огромные стейки делают, да? Да, стейк-хаус, вот где вот эти рога. Супер, стейк-хаус. Супер место. Вот это вообще улица, она какая-то. Знаменитая улица Ватан. Ватан? Да, она славится своими барами, ресторанами, всевозможными магазинами. Будешь веселиться, не да, здесь знаю, летом? Да. Так, ну пойдем. Да, улица очень такая симпатичная. И возле пальмы. Горы. Возле горы. У нас там сейчас будут еще такие виды классные. Короче, не пожалеете. Мы пойдем, может, здесь? А ты уже знаешь, где здесь что? Конечно. Так, первое у нас заведение Экмек. Это хлеб, да? Да. Пекарня. Пекарня очень вкусная. Вон там всякие сладости. Далее ресторанчик, но он сейчас закрыт. Вот, только все готовятся к открытию сезона. Скоро откроется, да? Да. Также здесь Гриль-бар. Находится супная, знаменитая, с арисой. Очень вкусная. Супная? Да. Ты, может, что-то посоветуешь вообще моим подписчикам? Ты... Да, это очень вкусный суп. Как называется еще раз? Суп с мозгами. О! Ну, а чьи мозги? С языком говяжьим. О, Господи. Кстати, очень вкусно. Да? Ну, мне говорили, что эти мозги вкусные, но я что-то прям как представлю. Не хочу, не хочу. Мне бы куриный, знаешь, там, супчик, борщец. И все, для счастья мало надо. Такое тоже есть в Махмутларе, только на соседних улицах. Здесь, говорят, даже можно пельмени найти, да? Какой-то магазин есть с колбасой. Махмутлар – это самый такой русскоговорящий район. Очень много здесь русскоговорящего населения. Турков вместе с европейцами. В общем, все вперемешку. Ага. Вот здесь тоже какой-то ресторан. Здравствуйте. Реклама вам. Торус ресторан. Здесь очень приятно посидеть. Да? Всевозможные супермаркеты сетевые, турецкие, это как Шок, мясные лавки, несколько аптек. Кстати, что касается аптек, здесь же очень... Вот она с арисой супная. Вот она, да? Совсем рядышком. Очень по демократичным ценам, недорого и очень вкусно. Фига мы им рекламу, да, наделали? Пусть нам денег скидывают. И она круглосуточно работает, эта супная. Даже ночью можно поесть? И ночью, и утром, и в обед. В общем, когда вам захочется вкусного супа, все сюда. Ты ела ночью суп уже здесь? Конечно. Когда я только переехала сюда, это было 2 недели тому назад, и не успела, естественно, в смысле, сюда, в этот жилой комплекс. На отдельной кухне. Я пришла именно сюда, это было поздним вечером. Эльмира имеет в виду, переехала сюда, это переехала в жилой комплекс. Она раньше жила в Кистеле, ждала пока... Чего ты ждала? Пока сдастся комплекс. Сдастся комплекс. И вот 2 недели назад Эльмире разрешили заехать, она там накупила мебели, у тебя там еще терраса крутая. Еще у меня там, не вся мебель, одна комната вообще не обставлена, потихонечку. Ну, она хвасталась уже фотками, сейчас вообще, вот, думаю, аптека. Будет красиво. Вот аптека. Лавку мы прошли, парикмахерская. Ага. Что касается аптек, я тут слышал, что здесь очень строго, да, и лекарства с поддельными лекарствами. Шок. Тут. Прям, что все лекарства настоящие, да? Да, ГОСТ очень повышенный,
строго, да, с этим? Здесь все без подделок. То есть мы даже иногда везем в Россию родителям, друзьям медикаменты именно с Турции. Понял, понял. Так, вот он БИМ, да? Это тоже пятерочка. Местная. Да. И все, мы подошли, вот получается, к улице. Сейчас за вот этим углом будет наш красавчик дом. Да, он, кстати, отличается своим фасадом. Очень стильно, что офис у них продаж в таком же стиле, что сам дом. Кстати, эту квартиру я выбрала себе на покупку, когда показывала клиентам своим очередной комплекс. А, ну вот я тоже, я вообще, я так что-то загорелся. Моя покупка. То есть это было не специально. А на чем это отличается? Видимо, что и кухонный гарнитур другой цвет, и вот эти потолки. Да. Та-дам, вот он. Красавец. Два входа с улицы Ататюрк можно зайти, где офисы, торговые помещения. И с той стороны главный вход. Сейчас мы все покажем. Ветер дует сейчас. Да, вот эта остановка прям автобусная возле дома. Итак, мы подошли уже. Получится у нас зайти отсюда. Мы подошли к первому корпусу. Вот там можете видеть второй корпус. Он еще в более в таком сыром виде. Срок сдачи его где-то июнь этого года. У этого срок, он уже сдан, но полтора месяца еще осталось им там привести в порядок некоторые моменты, да? Ну, вот там. Это, правильно? Да, вот это настоящий фитнес. Здесь фитнес, с той стороны будет это комнаты PlayStation, там что-то мне рассказывали. Ну, в общем, это тоже инфраструктура комплекса. Здесь у вас будет Мигрос на первом этаже, рестораны. Ну, все будет, в общем, круто, да, прямо у вас в комплексе. Ну, и пойдем на вход. А ты знаешь код? Ну, конечно, я же живу здесь. Хотя уже скажи, пока есть. Такой вот код у вас. Да. Так, вчера я уже здесь был, да, здесь подстригали газон. Вот здесь у вас Infinity бассейн, да, который вон там, смотрите, видите, такие вот эти штуки, из которых вода бежит, не знаю, как они правильно называются. Вот здесь будет наполнен, то есть один бассейн, и будет выливаться вода сюда. Вы будете, то есть, здесь купаться и смотреть на ноги других людей. Да, как в аквариуме. Да. Здесь, естественно, лежаки будут, зона отдыха. Да, вот он, центральный вход. Security. Здесь КПГ, security, консьерж, все на свете. Охрана, видеонаблюдение, подземный паркинг. Да, здесь еще плюс, что подземный паркинг. Дом имеет именно, ну, он именно создает, да, впечатление сразу, видно, заходишь, качество, да, серьезно. Вот здесь детские площадки, сейчас я быстренько загляну в подземную парковку. Вот она у вас, подземная парковочка. И заходим. Вот, только заходишь, сразу понятно, что все серьезно. Здесь будет, получается, консьерж, да, сидеть? А, здесь у вас зимний бассейн. Начнем с инфраструктуры, да? Заходим. Здесь у вас зимний бассейн, сауна, раздевалки, еще все доделывается, скоро все, ну не смотрите, да, что где-то грязно, все это намоется, все будет идеально. И тут видите, подготовили шезлонги, это что такое, всякие скакалки, всякие такие штуки, вот, ну небольшая такая, да, тренажерка. Но еще в этом здании, вот здесь сзади будет комната PlayStation, что-то еще. Если заинтересует, мы уточним все, скажем максимально конкретно, подробно. Все новое. Да? Как новую машину покупаешь. Лучше же новое, чем когда уже дому 3 года, например. Два лифта. Ну и ждем лифт. Ну что ж, друзья, мы уже находимся в гостях у Эльмиры. Немного еще не доделано. То есть еще вот шкафа, например, здесь нет для одежды. Да. Ну я говорю, да давай покажем, как есть, она стесняется. Вот, чуть-чуть осталось. Заехала 2 недели назад. Скоро будет вообще все идеально. Но показываем, как есть. Итак, входная дверь у нас. Квартира у Эльмиры 2+1. Вот здесь, смотрите, такая красота еще в подъезде. А мы почему вообще к ней пришли? Продается аналогичная, прям такая же квартира, зеркальная этой.
только она просто с ремонтом, а здесь уже с мебелью. Да, на шестом этаже. И причем на шестом этаже. Мы сейчас покажем, как она может выглядеть уже с мебелью. Просто разница, ну, на самом деле, колоссальная. Коридор большой, отдельная кухня. Начнем с кухни. Итак, здесь, да, чем выделяется этот комплекс, что здесь отдельная кухня, как мы все привыкли. И причем она не белая, когда всем уже надоело, а вот такая стильная, красивая, в темных тонах. Вот эта столешница, да, такая с этими, с блесками. Ну, это во всех квартирах такая отделка кухонных гарнитуров. Только там был на выбор либо белый с кофейным, либо серый с бронзовым. Ну, вот это самое, это да? Более стильное, я считаю. Это ты все сама уже, да? Да, это я уже сама все. А как ты так все подбирала? Дело. Ну, так тебе душа, ну, подсказывала? Как? Ну да, но у меня многие, короче, у меня хороший вкус. Ну, реально прикольно. Как будто дизайнер сидел. Потихонечку, вот что? Сама, да. Вот, друзья, такая кухня. Здесь у меня стиралка, посудомоечная машина, духовой варочная, духовой шкаф. Это я заказывала пакетом, то есть я покупала Bosch. Угу. Общим пакетом. То есть это... А, то есть у тебя все Bosch? Чем я покупала бы по единицам. Даже это? Да, это я пакет. Лайфхак, да? Да. От Эльмиры. Так. Теперь? Отдельно гостиная. Отдельно гостиная. Здесь тоже есть много недоработок. Я еще хочу повесить картину. Ага, вот здесь что-то. Тоже здесь проиграть с этим уголочком. Шкафчик, да, ну что-то как-то. Какой-нибудь ниша, да? Да. Здесь очень высокие потолки, что мне нравится. Большие панорамные окна. Так высокий потолок, он сразу делает квартиру такую бизнес-класса. Ну, то есть сразу придает ей такую премиальность, что ли. Так, у него еще здесь комнат. Бонус, смотрите, как круто. Мы находимся на первом сейчас этаже, но он по факту второй. Здесь чуть-чуть немного вещи сушатся, поэтому не будем сюда камеру показывать. Вот, террасную мебель купила, смотрите, какая красота. И вот здесь с бонусом еще досталась и вот такая полоска травы. Я предлагаю ей гольф сделать сюда, мини-гольф. Террасочка такая. Ну, здесь можно что, загорать, шезлонг поставить, загорать, да? Можно поставить сюда электрический мангал. Смотрите, как она кайфует. Варить мясо. А, кстати, да. Поставить шезлонг, загорать. Кстати, солнце здесь после двух. Где-то. После двух, да? Да, после двух. Угу. После трех. Ну, в зависимости от времени года. Очень круто. Очень-очень. Здесь еще на балконе подсветочка. Вот это снизу, да? Да. Ночью здесь очень приятно находиться, светится. Здесь. А как ее включить? О. Да. Угу. И фонарики тоже подсвечиваются. Какие фонарики? А, вот эти. Да. Это, то есть, общая подсветка дома, да? Да. Иллюминация. И вот оттуда выход, ну, видно на балкон. Блин, ну на тут бассейн. Вообще отдельный мир такой. Классно. Сюда мы посадим дерево. Ну, мы, то есть. Эльмира посадит дерево, отгородится от соседа. Я уже как будто это дизайнер такой приехал. Вот это мы здесь сделаем так. Так. Получается, выход на балкон с кухни тоже, да, можно? С гостиной и с одной спальни. То есть летом мы все пооткрываем. Да. Блин, ты все пооткрываешь, почему мы? Так, это спальня. Тоже с выходом на балкон. Да. Здесь все можно показывать? Да. Ничего себе тут у тебя красота. Здесь тоже. Таких нежных она. Это раньше у тебя был котик? С выходом на балкон. Вот еще и ведутся ремонтные работы, слышно. У нас в Сочи так 3 года люди живут со всех сторон, с 4 вот так да, ремонтные работы. Я не делала здесь ничего, это вот как вот от застройщика ремонт. Только мебель поставила и техника. Стены под покраску, межкомнатные двери, ламинат во всех комнатах, угу, кроме да, санузлов, коридора и кухонной зоны. Ламинат большой, да, плюс? Да, теплее все-таки в зимний период, очень... Теплее. Ага. Коридор здесь тоже очень большой, можно было проиграть как-то его. Высота, еще. Как высота, знаешь, да. На какие-то американские зеркала квартиры. Зеркала я буквально повесила вчера. Ага. Да. Похоже. Ну, здесь тоже можно что-то как-то, полочки проиграть. Что-то да, надо. Не хватает, это подключила интернет. Короткий провод, видите?
Так, ну и здесь комната. Ну, возможно, ее под детскую сделать, либо вообще ну, гостевая детскую, какая-нибудь. Гостевую, да, я уже мебель заказала, должны ага. привезти. Ну, так ее покажем, тут чуть-чуть небольшой складик в углу. Да. Вот, ну, люстра там вообще там футуристичная максимально. Она сейчас закрутится и дала. Ничего себе. Ну, и лампочку можно поярче выбрать. Угу. Так, ну и санузел последний. Да, в этой квартире 2 плюс 1, общей площадью 105 квадратных метров, угу. имеется один санузел. Также угу. В этом комплексе есть квартиры с двумя санузлами, но они чуть большей площади. Угу. И вообще здесь в этом осталось... В принципе, мне достаточно этого санузла. В этом блоке осталось 2 квартиры в продажу, и в том блоке осталось 2 квартиры в продажу. Сейчас мы одну покажем, вторую мы вчера задаток оставили. Да, вы же продали. Поэтому последняя квартира, ребята. Ну, остальное там пентхаусы, но они там что-то дорогущие. Ну, от 190 и выше. Вот. Да. Но там они, правда, очень красивые, планировки большой, ага. с красивым видом на горы и море. Но мы, наверное, не будем, да, в этом видео мы показывать? Мы сейчас зайдем, да, квартиру покажем в точности такой же, только на 6 этаже. Все, ребят, зафиксировались. Ну, вы можете под свой вкус все сделать. Мы сейчас пойдем посмотрим ту квартиру. Цена, забегая вперед за всю вот эту огромную классную квартиру, будет 81 400 евро. Евро. 400 с евро. С ремонтом. С ремонтом, да. Дом уже сдан. Дом сдан. Круто. Мы уже находимся в лифте. Вот ключи, видите, Эльмира такая. Они могут стать вашими. Да. Смотрите здесь. Какой футуристичный холл, да. Мне все подъезд хочется его назвать. Но тут не поворачивается язык, конечно. Класс. Так. Она на ту сторону. Угу. Поэтому она и зеркальная. Вот она, наша квартира. В точности такая же, только зеркальное отображение. Вот. Эта сторона теплее будет, потому что это юго-восточная сторона, она более солнечная, ну по ней видно. А ты видела здесь какой закуток тут можно, я не знаю, да. поставить железную дверь? Ну это как советские времена, как вылазивается. Не, ну велик-то точно можно сюда поставить. Сразу видно, да, свет? Да. Вот мы заходим, вот здесь сразу место для шкафа, вот как будто Эльмира в шкафу сейчас стояла. А, получается, это что у нас, если брать аналог своей? Это спальня? Это спальня, да. Спальня с выходом на балкон. Видите, все то же самое, только без мебели. Это кухня. Так, сейчас мы включим свет. Оп. А, здесь детская. Видите, детская, кстати, чем хорошо, что нет выхода на балкон, да, то есть ну, безопасно. Будет, ну, во всяком случае, будете ощущать, что дети в безопасности, что никто не выбежит там на балкон. В точности такая же отделка угу. кафеля. Полностью да, да. комплектованный санузел, одинаковые двери. Когда они купишь, они будут сдавать тебе все тут чистом, на труд. Все в будет, чистом виде, да. Все будет идеально, да? Я принимала квартиру, у меня было все идеально. Угу. Так, в эту комнату мы заглянули. Кухонная зона. Вот она. Без встроенной мебели. Этой техники, да? Ой, да, без техники, да. Вот, видите? С техникой, да, сразу, вот вид другой. Поэтому мы вот вам так и показали. Нам повезло, мне, что есть пример такой. И вот он, здоровенный балкон. Сквознячок. А здесь уже у нас вид на море. А вот оно, совсем рядышком. Здесь вид на горы, соседний комплекс. Там, видите, тоже уже люди заехали. Вот здесь кот, видите, большие такие террасы. Вот она гостиная. Эльмира уже гостиная. Да, и вот она гостиная, большая, классная. А, и вообще, как мне нравится вот эта квартира. Стоит она 80, да? Ну, короче, грубо говоря, 8 на 7, что, 5-600? Вот у меня как раз мы в Сочи квартиру продать, я прям мог бы ее взять. Вообще. А у меня она черновая и 43 квадрата, а здесь 105.
Делайте выводы, господа. Я ничего не хочу против Сочи сказать, но я не зря уехал. Реально, за эти же деньги можно здесь такую крутую квартиру в крутом комплексе купить. Все, друзья, на сегодня все. Обязательно подписывайтесь на канал, подписывайтесь на Инстаграм. В Инстаграме вообще все в первую очередь появляется. Ютуб надо еще смонтировать, выложить. Также у меня есть группа в Телеграме горячих предложений срочных. Также подписывайтесь, все ссылки абсолютно будут в описании под этим видео. Кто заинтересовался этой квартирой, вообще я бы супер сильно хотел, чтобы, конечно, больше я хотел сам ее купить. Но если мои подписчики купят, то вообще будет круто. Придут к вам в гости. Номер сейчас появится на экранах. Звоните, бронируйте. Одна квартира осталась. Все, друзья, всем пока.